Въезды на территорию многоквартирных домов номер 68 и 70 по улице Виноградова, а также Сахарова 24 вызывали ряд вопросов у жильцов. Многочисленные ямы, лужи и непрезентабельный вид. В 2019 году жителями было принято решение подать заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды. Спустя 3 года благоустройство началось. С учетом того, что дворы уже были частично отремонтированы, итоговая сумма относительно масштаба работ получилась небольшая. Так как уже сама территория дворов, она, брусчатка была сделана до этого за счет средств собственников домов, поэтому здесь и сумма получилась небольшая, так как плоскостного благоустройства, которое самое дорогое, его здесь меньше. Да, то есть порядка 1,5 миллиона рублей на благоустройство такой большой территории, эта сумма, конечно, незначительная. 14 урн, 14 скамеек, вот, и в езды. К 18 июля реализация этого проекта была завершена. Дворовую территорию посетила комиссия городской администрации для приемки. Сами жители этих домов рады преображению своих дворов и уже планируют продолжать благоустройство уже по другим программам. Сейчас наша территория выглядит благоустроенной. Все смотрится в едином стиле. Останавливаться мы на этом не собираемся. Собираемся принять участие в программе губернатора «Народный бюджет». Займемся благоустройством прилегающей территории для автомашин и также добавим игровые элементы на нашу детскую площадку. Всего по программе формирования комфортной городской среды в этом году запланировано благоустройство 3 дворовых территорий и 2 общественных. Общая сумма финансирования составит более 19 миллионов рублей. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».